Всем привет, мои дорогие котята, с вами Мурка Дикая Кошка, и мы находимся в игре GTA 5 онлайн-версия. И сегодня я бы хотела вам показать один из моих любимейших гаражей. Это гараж пентхауса и какие машины в нем, в принципе, стоят. А одну мы с вами даже испытаем на скорость. Так, давайте начнем мою экскурсию. Начну я с самой своей середины. Как вы видите, здесь 9 мест, даже вру, 10, правильно считаю, 3, да, 10 мест, 10-местный он. Я немножко так переживаю, так скажем, из-за того, что я вам сейчас покажу, потому что некоторые машины здесь вообще не должны стоять, ну ладно. Гордость моей коллекции – это 3 Bugatti Veyron. Эти три машины, называемые Adder, вот давайте я буду в каждую машину садиться просто и говорить ее название, если она покажет. Да, Trafalgar Trabucks, что-то там еще, короче говоря, 3 версии Bugatti Veyron. Буду говорить это на русскоязычном названии. По GTA-шному они по-другому называются. Единственную машину, которую я действительно помню, это вот этот Adder. Самая первая версия Bugatti. Просто прелесть. А моя любимица как раз вот самая первая. Я ее выиграла в этом же казино. Собственно говоря, продолжаем дальше. Один из новых автомобили это рампкар, еще один, но этот рампкар я считаю бесполезным. Он немножко, я не скажу, что он хороший, я не скажу, что он плохой. Машина машина, управляемость плохая, сразу говорю. Потестить его, ну, в принципе, можно, но смысла в нем нет в тестировании. Ну да ладно. Любимица раньше была, сейчас просто стоит как для коллекции, так и для гонок. Т20. Замечательный суперкар. Вообще великолепный. Мне он нравится и, блин, он просто стоит в моей коллекции. Далее машина такая незаурядная, из новиночек. Grutti Italy RSX спорткар. Шикарная машина, я скажу сразу, но не знаю, я на ней как-то не катаюсь. Одна из интересных моделей, добавленных в обновлении Caio Perico, это Trabox или как-то так ее. Ладно, в общем говоря, машина водоплавающая. В одном из обновлений GTA уже была машина водоплавающая, но добавили еще одну. Смысл зачем? Ну, собственно, ладно. Это Мустанг третьего поколения. Красавец. Доминатор. GX вопит. Он же, собственно говоря, Мустанг. Ну, вообще машина просто огонь. На дорогах она прям вообще шикарная. Ну, собственно говоря, я ее сейчас здесь держу. Иногда катаюсь, иногда нет. Две любимицы моей коллекции. Это просто вот самая первая. Это Карин Курума. Или как мы ее называем, Кума. Великолепная машина. Она полностью бронированная, но сейчас ей поменяли характеристики. И я боюсь, что на ней просто так прокатиться не получится, так как стекла уже пробиваются. Тем более оружие изменили. И венец моей коллекции. Моя любимая Пегас из Инторна. Заметьте, какой у нее классный цвет. Сейчас я в нее сяду. Ты ходить, извини меня, моя дорогая, долго будешь, или мы все-таки покажем всем, какая она красотка? Смотрите, какой цвет. Она неоновая. А как сделать такой цвет, я, если захотите, конечно, выложу в описании, но чуть позже. Сначала хочу узнать ваше мнение о моем гараже.
И давайте все-таки затестим мою любимицу Зенторна. Вот если выехать на солнышко, смотрите, она какая. Вот такая вот красавица. Ну что, поехали. Если я сейчас буду немножко неаккуратной, простите меня. О, кошмар, 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 девушка за рулем. Обезьяна с гранатой. Что Выдос не знает, но надо. Я шучу. Вот это была наглость. Да-да-да, я бы тоже так подумала. Чё ты там, обосрался уже, да? Да. Не надо меня длить, ребят, не надо. Ой. Вот это вот самая моя любимая тачка во всей коллекции. Естественно, у меня будет, но у меня, точнее, есть гаражи еще. Если вы хотите их осмотреть все, то ставьте лайки на это видео, пишите комментарии. Ну что ж, мы сейчас доедем. И все будет хорошо. Будем надеяться. Ребят, я езжу как хочу. Это моя машина, я на крутой тачке. Да, ребят, сори, я не вписалась, я в нее не вписалась в этот поворот, ну да ладно. И я зависла. Ну ладно, бывает. Собственно говоря, вот мы подъехали. Ребят, кому нравится такого рода видео, ставьте лайки, пишите комментарии. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока.